Дорогие друзья, сегодня с вами делюсь очень вкусным, необычным, питательным и очень-очень полезным салатом из проростков Маша. Для салата нам потребуется один помидор, один крупный огурец, средняя луковица, 5 зубчиков чеснока и один острый перчик. Вы можете не использовать его. И большой пучок кинзы. Из специй нам потребуется 2 столовые ложки паприки, 2,5 столовые ложки кориандра, семена кунжута для посыпки, 1/2 чайной ложки черного молотого перца, 4 столовые ложки растительного масла, у меня кунжутное, 2 столовые ложки соевого сока. Сначала замачиваем маш на ночь. На следующее утро наш маш увеличился раза в 3 в размере. Мы сливаем всю воду, промываем маш и накрываем его влажным полотенцем или салфеткой и убираем в духовой шкаф. Там тепло и темно, и маш будет у нас расти. Главное правило – это следить за тем, чтобы наша салфетка или полотенце были всегда влажными. Благодаря влаге, темноте и теплу наш маш будет расти. Примерно каждые 4 часа, 5 часов надо смачивать полотенце и снова накрывать нашу маш. Прошло 3 дня, и за 3 дня маш, помимо того, что увеличилась в размере, так выросла вон какие у нас росточки. Первым делом будем бланшировать нашу маш. В кипящую воду опускаем всю нашу маш. Но самое главное правило – это ждать ровно 2 минуты. Нам самое главное, чтобы наша маш не сварилась, чтобы она была хрустящей и очень легко усвояемой для организма. Ровно 2 минуты ждем. Помешиваем и сливаем всю воду. И откидываем в дуршлаг. Тем временем ставим сковородку и наливаем масло. В разогретую сковородку опускаем лук. И обжариваем наш лук до золотистого цвета. Наш лук готов, теперь добавляем паприку, а также кориандр. Жарим всего лишь секунд 20 и снимаем с огня. Собираем наш салат в бланшированные бобы, добавляем томат один, огурчик. У нас главное правило вообще в разных блюдах, наша нарезка должна быть практически такого же размера, как и основной ингредиент, поэтому все так мелко нарезано. Добавляем чеснок и кинзу. А теперь все хорошо перемешиваем и добавляем наши ароматные специи с луком. В конце солим по вкусу. Я использовала не полную чайную ложку соли. Все хорошо перемешали и последний штрих – семена кунжута. И наш шикарный салат по-восточному готов. Приятного аппетита!